Привет! Мы в гостеприимном Ельце. Участников очередного этапа проекта «Студенты ГТО» принял Елецкий государственный университет имени Бунина. Поехали! Идет апробация уже среди более широкой целевой аудитории, нежели там в прошлом году, и реализация шла в 10 пилотных регионах. Желаю бодрости, всем желаю быть только первыми. Прямо сейчас все собрались на панельной дискуссии. Обсуждаются настоящие и будущее выполнения норм ГТО. Этот фестиваль отзовется другими проектами в перспективе и даст толчок студенческому спорту, здоровому образу жизни, который мы стремимся поддерживать. Это очень круто. Это так красиво. Прям посмотря на этих девушек, захотела заниматься этим. Именно там с ними там плясать, эти степ-тачи, всякие там ви-степы всякие. Очень круто. Только что прошло центральное мероприятие фестиваля – открытие площадки ГТО. Теперь каждый желающий сможет узнать, насколько он готов к труду и обороне. Я поддерживаю проект студентов ГТО. Ребят, только что закончился полуатлетический марафон. Как у вас эмоции, как ощущения, как самочувствие? Нам очень все понравилось. Было супер. Пробежались, продышались. И вообще, и погода сегодня отличная. Вот. Любите спорт, занимайтесь спортом, уважайте спорт.